Алла Валентиновна работает поваром в благотворительном центре 19 лет. Все эти годы она готовила еду для детей. Но теперь будет кормить и взрослых. Сейчас составляет меню. Подавать планирует 3 блюда. Первое, второе и десерт. Больше упор на овощи, также рыба. Мяса не так много будет, поменьше, раза 2 в неделю. И выпечка также будет присутствовать. Но я думаю, что можно простые блюда готовить очень вкусно, потому что это будет недорого, но вкусно. Столовую открыли в Кировском районе Новосибирска. Только посетители здесь необычные люди. Она рассчитана на пенсионеров, оказавшихся в трудном финансовом положении. Здесь для них все бесплатно. Воплотили в жизнь такой проект при благотворительном католическом центре. Как хорошо получается, что здесь, вот в данный момент, где мы сейчас с вами находимся, это центр для мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Здесь живет более-менее 20 семей, это мамы с детьми. И буквально за стенкой у нас будут приходить старички покушать. И наша мечта такая, что когда-нибудь эти бабушки одинокие, эти мамы одинокие объединятся. Начнут друг другу помогать. Обед будут подавать здесь с часу до 2, а дальше посетителей ждет культурная программа. Шахматные кружки и домино, просмотры советских фильмов. Ежедневно смогут накормить здесь 80 человек. Работать будут 5 дней в неделю. Сегодня здесь в честь открытия приготовили праздничный обед. Это и фаршированные яблоки, пирог с луком, различные бутерброды и выпечка. Но завтра столовая заработает в обычном режиме. Пенсионерам будут выдавать талоны. Получить направление можно в соцслужбах города. Кроме того, обязательное условие для всех – флюорография. В планах благотворительной организации проводить доставку сюда нуждающихся на автобусах.